Идете на санкиртан, вы распространяете книги, не надо этого делать по отношению к женщинам. Because Потому что if you give a book to a woman, she may become a devotee. если вы дадите книгу женщине, она может стать преданной. And if she becomes a devotee, you may have to marry her. А если она станет преданной, то вам, возможно, придется жениться на ней. Oh, you're so serious here. Такие серьезные тут. You can laugh, it's okay. Можете посмеяться, ничего страшного. Stalin's dead. Сталин умер. And another sannyasi came to Prabhupada and he said, I'm not going to speak to a woman ever again. И вот как-то один саньяси подошел к Шриле Прабхупаде и сказал, я никогда больше не обращусь к женщине. And Prabhupada just laughed at him. И Шрила Прабхупада просто начал смеяться с него. He said, where is there such a Vedic injunction? И он спросил, а где ты увидел такое ведическое предписание? Slap, slap. Ну и опять ему раздал пощечину.